Итак, смотрите, как интересно, я наткнулся на что? На пожарную часть. Так, это получается паркинг у нас. И там паркинг. То здание я не знаю, как что. А это даже вот для детей сделали что-то, что... Вот. Ага. Так, вообще красиво. А это вот, видите, на базе грузовика МАН. Я так понимаю, это памятник. Да. Вот такие вот дела. А это там дети играются. Сейчас, наверное, еще видео на 5 минут сделаю. Я зашел тут в Сельмак, купил водички. Нужно мне еще идти ведь с волком какая-то. Родовит он. За почтоша, постоша. Да. Я кто заразумить, то не вем. Так, чувствуется запах, как печку топят дровами. Как в сибирской деревне. Так, ну это, наверное, для удобства это видео запишу 3-минутным. Фу. Просто вот молчать можно, идти. И вы все увидите, услышите, чем живет польская глубинка.